Каждое дерево – память о погибшем в страшные времена Великой Отечественной войны. Зеленые памятники высаживают в рамках традиционной всероссийской акции «Сад памяти» по всей России, а также за рубежом. Саров не остается в стороне. В этом году участники облагораживали территорию около школы номер 13. Сегодня ветераны Саровской городской организации приняли участие в хорошей акции, называется «Сад памяти». Конечно, мы не могли остаться в стороне и принять участие в этом хорошем и благородном деле, ведь это и залог будущего нашего зеленого прекрасного города. Мы сажали сегодня деревья, чтобы как-то украсить нашу аллею перед школой. Мы помогали людям сажать, и чтобы как раз таки украсить эту аллею. В акции по посадке деревьев участвовали волонтеры Победы, школьники, ветераны, военнослужащие, инициативные горожане. В этом году на аллее посадили клены, черемуху, а также декоративно цветущие и лиственные кустарники, спирею и пузырьплодник. Зеленые насаждения – не только дань памяти героям войны, но и вклад в восстановление и сохранение благополучного экологического фона. После посадки за деревьями и кустарниками будут ухаживать. Дальше подрядная организация, которая содержит данный бульвар, будет осуществлять полив, прополку. В прошлом году в рамках данной акции мы высаживали кустарник на улице, на проспекте Октябрьском. Благодаря акции аллея перед школой номер 13 станет еще зеленее и красивее. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.